друзья, всем привет! Мы сегодня на пляже Клеопатра. Сегодня 22 сентября 2021 года. Посмотрите, какая здесь сегодня она поставила. Посмотрите, сколько людей. Просто негде лечь. Можете себе представить? Я просто в шоке. Реально, сегодня конец сентября. Людей тьма. Просто тьма. Тут вот сейчас место освободилось, а так, конечно, здесь все лежали люди, потому что время уже подходит к обеду. Людей очень много. Покажу вам сегодняшнее море. Сегодня море немножко волнуется. Такие волночки. Мы сегодня пришли вот на пляж, поближе к скалам. Потому как сегодня огромные волны. Вот. И там, где плиты, там не совсем комфортно в воду заходить. А здесь, ну вот здесь вот так вот. Вообще супер. Вот можете видеть, сколько людей. Реально, она поставила. Напоминаю, 22 сентября 2021 года. Пойдемте с вами сходим к скалам. Там очень классные фотографии можно делать. Вообще, там супер просто, красиво. Фуникулер, канатка. Вот тут можно покататься, все, все дела, вот видите. Ну вот люди уже намочились. Ну, волны сегодня приличные. Да. Обожаю отдыхать в Турции в сентябре, когда в Москве холодно, а здесь вообще комфортная температура. Кстати, не жарко, градусов 28-30 где-то. Очень комфортная температура. Здесь, конечно, намутили сегодня. Вчера вода была совсем чистая, смотрите. А сегодня здесь вон какие-то водоросли, вон черное все. Вчера было гораздо чище. Думал сегодня с камерой зайти в воду. Но с такими волнами я, конечно, в воду не пойду без аквабокса. Ну вот можно какие фотографии тут делать красивые. Вчера Ксюху здесь фотографировал. Фоточки в Инстаграм, так что подписывайтесь на Инстаграм. Там у нас всегда актуальная информация, видео выходит немножко с задержкой. Ну а в Инстаграм все, конечно, в онлайн режиме. Да, волны прекрасные. Напишите в комментариях, кому вам как больше нравится, когда спокойное море или когда вот такие вот волны. Смотрите, какая волна идет. Вау! Здорово! Вот это волны. Цвет воды, обратите внимание, какой цвет воды красивый. Несмотря на то, что такое волнение, вот здесь вот она вроде мутная, но цвет воды бирюзовый, это просто красота.
красота. Еще такой бриз, запах такой соли. Супер просто. Бархатный сезон в Турции продолжается. Погода супер солнечно. Вот там сегодня немножко облачка над горами, но никакого дождя, никакой плохой погоды здесь нету. Так что кто планирует в отпуск в октябре, например, вот можете смело выбирать Аланию. Прекрасное море, пляж, Клеопатра, водичка супер, просто супер. Людей полно. Да, друзья, смотрите, сколько народу сегодня. Реально, даже не скажешь, что конец сентября. Мы, кстати, вчера прочитали статью по поводу того, что Турцию могут закрыть для россиян в связи с тем, что правительство Турции не признала выборы в России, в частности в Крыму. Вот, и была такая статья интересная, что Эрдоган играет с огнем, и Турцию могут закрыть точно так же, как и Египет. Что по этому поводу думаете, друзья? Мы, кстати, в этом году хотели, конечно, поехать в Египет, но подходящих туров мы вообще туда не нашли. Все туры либо через Стамбул, со стыковкой в Стамбуле, что очень неудобно. Вот, там теряешь очень много времени. Ну и по ценам, конечно же, 7-дневный отдых в Египте, в хорошем отеле, ну в таком, пятерочка, да, будет стоить 106-120 тысяч, в общем. Напоминаю, что здесь мы отдыхаем в этом году в Алании у нас путь стоит $1000. Но это и то, это у нас еще конкретизация рейса, практически 5000 рублей. Это так. Но это мы не в пятерке отдыхаем, отдыхаем по сути в тройке. Городской отель. Довольно-таки посредственный. В основном, ну как бы там
переночевать, в общем-то, по большому счету. Ну вот. Да, прелести какие-то. Особых плюшек там, интересных моментов, вообще даже ничего запоминающегося, в общем. А по поводу, да, по поводу закрытия Турции, это, конечно, наверное, будет довольно неприятным моментом для многих наших туристов. Смотрите, какие волны разбушевались прям. Волны шикарные. Ничего себе, людей он смыло. Да. Волны так волны. Поэтому кто еще не отдохнул в Турции в этом году, советуем вам, если возможность есть, это сделать. Потому что есть вероятность, что в следующем году такой возможности не будет. Может и не быть такой возможности, да. А здесь, конечно, здорово, на пляже Клеопатра, ну просто, просто супер. В этом, вот сегодня, правда, волны такие достаточно сильные. Ну здесь, смотрите, пляж, он там, можно волейбольчик поиграть. Сейчас вот время где-то часов, наверное, 12, ну без 15. Народ уже потихонечку потянулся, наверное, на обед. Идемте, покажу вам море. Смотри, у кого-то полотенце засыпало, слышишь? Да, друзья, сегодня, конечно, волны разбушевались. Здесь такое инстаграмное место. Здесь можно пофотографироваться. Смотрите, красивый здесь такой вид и цвет воды. Но немножко вода, конечно, мутная. Ну что, Наташ? Классно. Увольнула тебя? Не, нормально. Нормально? Как тебе волны? Как море? Супер. Thank you.
Да, друзья, море в этот раз вообще нас порадовало.